Я снова с вами для того, чтобы поесть вкусно, смачно, а главное за компанию. Так что всем пламенные. Сегодня у меня натюрморт из натюрмортов. Лапшичка, сосиски, салатик, капустка, огурцы, помидорка и вонючее-вонючее масло. А также сегодня у меня нарисовался хлебушек. Только хлебушек у меня сегодня полезный. С семенами льна, и семечками подсолнуха, что-то еще там напихали, хрен его знает. Ну, суть в том, что вот такой у меня сегодня завтрак. А главное, это моя сегодняшняя вилочка. Что-то мне так захотелось ее взять. Посмотрите, какая она малепусечка. Совершенно не подходит для меня, для моего размерчика. Ну да ладно. Так, все, всем приятного аппетита. Мы начинаем КВН. Для кого? Так-то надо быть поаккуратнее. Потому что такая вилочка заходит в рот, будь здоров. Так и не поймешь, что ты там схавала. Вилку или лапшу. Правда, салат ей есть неудобно. Она не подцепляет ничего. Что-то так подумала. И надумала я сходить на массаж. У нас тут девочка рядом хорошо делает. Да, для лапши эта вилка как бы норм. Но вот для салата лучше, наверное, ложечка. Салат вообще вот самый обычный, но самый вкусный. Думала, какой салатик сделать быстренько. Вот какой. Думала, со сметаной или с маслом. С маслом. Два прибора вообще в тему. Кстати, вот эти сосиски с сыром. Опять-таки ермолинские. Да вроде ничего, они так. Правда, мелкие очень. Ну, смотрите, как четко мы с вами сегодня поели. Душевно, за компанию. Скажите, что нет? Скажите. Скажите, что нет? Так, иди оттуда. Великолепно. Тарелка пуста, я сыта. Ребят, спасибо вам за компанию. Всем пламенное пока.